Всем привет! К нам приехал новый футер начес и петля, также кашкарсе в тон. Оттеночки мы специально выбирали для вас по Pantone, они уникальные, таких не должно ни у кого больше быть. Смотрите, какие очень интересные оттенки, весенние уже. Это фисташка, кашкарсе мягенький. И хорошо подойдет также для пошива гольфиков или любых других отдельных изделий. Хорошо тянется и мягкий. Также футер вот с начесиком хорошим. Лицевая сторона не скатывается. Она очень приятная на ощупь, без бархатистого эффекта. Это обычный футер. Здесь петля у нас диагональ. Тоже прекрасное качество. Хорошо будет носиться. Так, это у нас кокосовый крем, шикарный оттенок, очень красивый вживую, он молочный и есть небольшой розовый подтон. Кашкарсе больше имеет розовый подтон и шикарно будет смотреться просто в отдельном изделии или платье, или гольф, и водолазка, или топ, и велосипедки, или шорты. Очень красивый цвет, прям вау. Так, следующий оттенок, это у нас небесный. Он нежного голубого оттеночка, красивый, очень мягкий начес и классная тоже петля, диагональ, очень хорошее качество. Кашкарсе тоже мягкое и хорошо тянется. Так, этот оттенок у нас называется фуксия, но на видео он больше как красный или как маджента даже, но это фуксия. Смотрите оттеночек корректный на сайте или прикрепим вам ссылочку, не ссылочку, а фотографию вот здесь вот увидите, как он выглядит на самом деле, потому что, к сожалению, камера не передает. Это тоже очень красивый, насыщенный такой цвет, пурпурный, Purple Passion, называется по Пантону. Очень красивый, к сожалению, тоже он некорректно передается на видео. Это у нас миндалька, мягенькая кашкарсе. Так, это у нас цвет индиго, он немножко темнее вживую получается. Тоже прикрепим куда-нибудь картинку, увидите, как он выглядит на самом деле. Футер не тянется. Совсем чуть-чуть, но можно считать, что он не тянется. А кашкарсе очень хорошо тянется. Хорошо тянется, оно не такое плотное, как обычно. Оно немного тонкое, тонкое, мягенькое. И хорошо подойдет также для пошива отдельного изделия или водолазки, гольфа или шапочки. И вот это тоже очень красивый оттенок. Он как будто сиренево-голубой. Такой вот сиренево-голубой, исландский голубой он у нас называется. Тоже очень красивый, такой необычный. Вот. Шикарная коллекция получилась. Будем ждать вас в гости.